Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Богдан, и сегодня мы продолжаем проходить Кинг-Конг. Так, ну вот что-то тут с контрастностью и с гаммой я ничего не смог сделать, тут просто их в настройках тупо нет, вот. Поэтому, к сожалению, YouTube делает все очень затемненным, поэтому, не знаю, всматривайтесь что ли. Ну тут просто скелетики, здесь особо не на что пока смотреть. Все основное сюжет и что-то такое вы увидите. Аня, дай мне копье. Так, я ее слышу. Летает тут. Иди сюда. О, ой, да какая. Да, ты зачем ее убила? Вообще-то я хотел ее убить. В общем, это животное называется Therapus Mordax. Если в нашем мире, грубо говоря, летать научились летучие мыши, то есть мыши освоили полет, грызуны, да, то здесь то же самое, только летающие крысы. И вот одну из них вы видели. В размахе крыльев где-то почти 3 метра, а в длину где-то 1,20 м. Но здесь тело у них слишком большое. Мы почти покинули плато, нужно зайти наверх и осмотреться. Так, ну, без проблем, Аня. Без проблем. Я буду называть ее Аня, я знаю, что Н, по сути, но мне так удобнее. Так. Jack, look up there. Так, я смотрю наверх, вижу огонь и медведя. Еще один агент. Мы не один на этом острове. Мы должны увидеть каких-то местные племена. Так, давай. Что, где, кто? Пожалуйста. Кто-то там только что сожрал наших летучих мышек. Ну, крысок, точнее. Я тебя вижу. Ах ты, козёл. Let's go. The others can't be too far. Я готов. Давай, мы уже слишком тут задержались. Что за звуки посторонние? Ну, в смысле, лишние какие-то. Ты давай там всех убивай. В смысле, Свим, тут ты это... Я не буду плавать, ты посмотри вообще, я не хочу туда залезать. Это, во-первых, у три там кто-то есть. Ну, копье, что ли, хоть взять. О, смотрите, какая детализация воды, от меня аж сотрясется. Что это? Я не хочу туда. Можно я вот тут постою, пока ты всех не убьешь? Убей его! Твою мать, убей его! Спасибо. Плывем дальше. Та-та-та! О, чуваку не повезло, да. А, все, быстрее я вылезаю отсюда. Сзади кто-то! Сзади! Быстрее! Хватай меня быстрее всем, чем можешь, хватай меня! Спасибо! Ох ты, сволочь! Вот то, что вы сейчас видите, это называется крокодил-медведь. Крокодил-медведь или урсузух. Сейчас у них сломалась анимация, но это не мешает их убивать. А почему они их с одного копья убивала, а мне приходится два? Ах ты сволочь, а? Сожрать меня хотел. А еще она сказала, что типа я ее поблагодарил, она такая, ну типа мне несложно. Это и есть моя цель, помогать людям. Он такой, я знаю. Ну, как бы я. Копье. Так, это что такое? А, я понял, что это. Вот то, что сейчас видели, это не скорпион, это, скажем так, вид многоножки, который преобразовался в результате эволюции, и получилось, что его ядовитые мандибулы, они как бы переместились на кончик хвоста, он стал плоским, и он как бы как... Ну, получилась многоножка, похожая на скорпиона. Лишние конечности ушли, остались только вот
для передвижения. Ну, вы их могли видеть в режиссерской версии фильма. Вот. Вот это я к этому говорю. Так, что тут у нас? Вот отлетает Меганейра. Ее можно вот так взять, насадить вот так вот. И покормить кого-нибудь. А, клюнула. Твою мать! Аня, мне плохо. Я не понимаю, что происходит, но мне плохо. А, я понял, тут, короче, это вылезла многоножка, она меня ужалила. Вот сволочь, а? Слышу же, кто-то летает. А, так это ты еще не сдохла, что ли? До свидания. Опа, опа. Шла нафиг. Отлично, у меня много магазинов. Да дофига патронов вообще осталось. Так, что за посторонний шум вот этого? Ва-ва-ва-ва, на заднем плане. Ах, вы гады. Ходите там, да, сволочь? Им, кстати, вот эта вот трава вообще ни по чем. Для нас вот она колючая, непроходимая, а им вообще пофиг. Так, ну, ага, ну здесь все понятно. Вот, берешь вот так. Этот остров действительно фантастичен. Тихо, Денхам. А, ну все, мы своих нашли, я так понял, с которыми разделились. Эйс! Эйс, сюда! Эн, ты видела Джимми и остальных? Нет, ничего. Возможно, они вышли на сушу где-нибудь дальше. Окей, продолжай искать и будь в порядке, в общем. Эй, Джек, если я нашел снайперскую винтовку, если хочешь, дай мне знать. Ну, в общем случае, я отказаться не могу, поэтому мне придется все свои 66 патронов отдать Хейсу. Энгл Хорн это сбросил. Это очень подходящее оружие для острова. Работает. Давайте убираться отсюда. Отлично, продолжаем движение. Так, они ушли своими путями, мы своими. Собственно говоря, я, насколько знаю, это уже конец уровня, поэтому предлагаю здесь закончить. Вот, надеюсь, это видео вам понравилось. Я буду такими коротенькими штучками, ну, такими сериями проходить эту игру. Удобно очень название придумывать, да и прочее. Следить за сюжетом, что я успел пройти, что не успел. В общем, могу сказать, что благодаря Рипаку эта игра, вот такие маленькие детали, там вот, которые, с которыми взаимодействует игрок, они стали более детальными, и это мне нравится. Вот. Ну, собственно говоря, все. В следующем видео там продолжим пробираться по этому некрополису. С вами был Дарт Сидиус. Всем всего хорошего, до скорых встреч и пока. Увидимся в следующем видео.